Страна салата «Минутка» – это уникальный сорт, период от всходов до уборки которого составляет всего от 20 до 25 дней. Посев осуществляют сразу на постоянное место. Входы появляются буквально уже на второй-третий день. Уход не требуется. Розетка полуприподнятая, высотой на от 8 до 10 см и диаметром от 5 до 8 см. Листья светло-зеленые, цельные, очень похожи на шпинат. Вкус у листьев нежный, сочный, напоминает редис. Их используют для употребления в свежем виде в овощных салатах. Выращивать минутку можно на протяжении всего лета. Салат крест-минутка – это травянистый высотой от 10 до 15 см. Летом листва зеленая. Салат крест-минутка имеет сверхранний срок созревания. Вкус необычный вкус и аромат редиса. В качестве места выращивания прекрасно подходит теплица, открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.